Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Интересная новостишка, она была еще 30-го, дорогие друзья, мая. Что за новостишка такая? А вот, пожалуйста, стартовали продажи Huawei Watch 4 и Watch 4 Pro. Первые в мире часы, которые определяют повышение сахара в крови. Ну, для тех, кто не знает, что сахар в крови, чтобы проверить, это нужно делать анализ крови. Другими словами, ее надо из тела взять, проверить, и только после этого, да, вы сможете как бы оценить сахар в крови. Ну, есть приборчики такие, которые именно берут, ты прокалываешь пальчик туда, раз, кровушку свою и так далее, и тому подобное. И другим способом это невозможно, ну, по крайней мере, на данном этапе нашей с вами эволюции технической. И, естественно, они не будут здесь у нас что-то прорезать и пить из нас кровь. Нет, конечно, этого не будет. Все это отслеживание, как говорится в этой статье, ссылочку я дам на нее, происходит с помощью 10 отслеживаемых параметров здоровья часиками, короче, она датчиками мерит там температуру, стресс, там кислород, дыхание и т.д. и т.п. Короче, все это в кучу. Она в кучу это, короче, как-то там делает и в итоге может предположить, как здесь написано, да, вот смотрите, вот здесь, вот, исполнительный директор Huawei Хуньгин Гунбин так опубликовал на, вот там-то через Тиндеринтин подобное описание характеристики Watch 4, но описание сбора данных об уровне сахара в крови кажется очень туманным. Утверждается, что используется функция микрофизического обследования, которое может измерить 10 жизненно важных показателей в течение 60 секунд, однако это не имеет прямого отношения к мониторингу уровня сахара в крови и не отвечает на вопрос, как именно работает данная функция. Ну, вот как-то так, короче, да. Ну и дальше написано, что Huawei вот четвертый, они будут, короче, какие вот, значит, давайте. Помимо загадочного пакета функций для мониторинга здоровья, довольно простые, модель Watch 4 Pro оснащена 1,5-дюймовым экраном AMOLED LTPO с сапфировым стеклом, а 48-миллиметровый корпус изготовлен из титанового сплава TS4. Обычный Watch 4 имеет корпус из нержавеющей стали размером 46 мм. Watch 4 Pro также имеет дополнительные функции подключения к сетям LTE через eSIM и встроен GPS. Время автономной работы Watch 4 оценивается в 3 дня обычного использования, в то время как Watch 4 Pro должен работать до 4,5 дней. Стоимость младшей версии Watch 4 начинается от 384 долларов, ну а Watch 4 Pro от 484 долларов, короче, на 100 долларов больше. Но помимо этого, я делаю такое предположение, что на них появятся еще две функции, которые появились с обновлением на Huawei Watch 3 и Watch 4 Pro. Это две медицинские функции, которые там были. Выпустила обновление, вот такое вот, я скоро, она уже появилась, она уже в Китае, скоро, я думаю, и до России доберется, ждать недолго осталось. И которые будут особенно полезны любителям экстремального отдыха, а также всем пользователям, заботящимся о своем здоровье. Прошивка включает ряд системных исправлений для оптимизации работы смарт-часов, в том числе улучшение распознавания голоса и повышение стабильности работы. Заодно она добавляет к списку возможностей гаджетов две функции – мониторинг риска развития высотной болезни и появления легочной инфекции. Вот так вот. Высотная горная болезнь возникает из-за недостатка кислорода на большой высоте, что может привести к негативным последствиям вплоть до летального исхода. По заявлению производителя часы определяет риск развития кислородного голодания на высоте с помощью активного мониторинга уровня кислорода в крови. Кроме того, Pro научились распознавать признаки появления легочной инфекции. Для этого они оценивают температуру тела, частоту дыхания и звуки кашля. Сейчас новые функции доступны только для китайских часов. О дате глобального релиза обновленной прошивки информации пока нет. Вот так. Но думаю, что все-таки она ж будет в конце-то концов. И у нас это все дело появится на наших Huawei. Поэтому ожидаем. Ожидаем продажи Huawei Watch 4. Кстати, вот на 4 PDA есть уже у них тут вот такая вот страничка. Ну, все, короче, будет в описании. Смотрите сами и ждем вместе. Обязательно подпишитесь на телеграм-канальчики в описании видео. Там вся инфа в первую очередь. Потом, дорогие друзья, подпишись на мой канал обязательно. Вот сейчас прям возьми и подпишись. Ну, колокольчик, лайк и ваш коммент будет кстати.
Вы были на канале SmartWatch. Пока!